конечно, выступление президента, которое нас как на машине времени перенесло к моменту формирования партии 15 лет назад, действительно вспомнилось, что было, что удалось сделать. Конечно, я считаю, что это вообще связка была такая, которая дает заряд еще на 15 лет. Чтобы также, наверное, планово, плодотворно достигать каких-то результатов. Программа. Программа, конечно, на мой взгляд, несмотря на свою емкость, она очень легко читается. То есть ей легко работать. Не только там нам, будем говорить, партийцам, но и вообще не просто интересно почитать. Ну и, конечно, те основные моменты, которые в своей речи озвучит председатель партии, Дмитрий Анатольевич Медведев, премьер, они дают надежду на будущее. Но прежде всего это то, что прозвучало, что второй этап программы развития образования — это решение вопросов детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Это больная тема для Саратовской области, тем более у нас сейчас демография положительная. Это 6 миллионов новых мест в школах. Ну и, конечно, наверное, впервые за последнее время прозвучало, что программа расселения аварийного жилого фонда требует продолжения, и что окончание этой программы не означает окончание решения проблем, и что необходимо сразу же, буквально с момента начала работы новой Госдумы, заняться разработкой новых программных мероприятий. Вообще тема ЖКХ, она звучала неоднократно в выступлении премьера. Это дает здоровый оптимизм, что действительно в этой проблемной теме будут какие-то результаты. Ну, конечно, тема дорог. Наверное, вот впервые за все съезды про дороги возвращались 3 раза, ставили ориентиры, и я думаю, что эти ориентиры могут быть достигнуты. Поэтому съезд сыграл свою историческую роль. Я думаю, съезд дал нормальный заряд всем членам партии для того, чтобы работать на выборы, для того, чтобы достигнуть результатов не худших, чем было ранее. Есть чем заниматься.